Привет, я Эмиль, я учусь на втором курсе Высшей школы экономики и бизнеса РЭУ имени Плеханова, и я звукарь. Всем привет, я Беляев Игорь, я учусь на втором курсе Высшей школы экономики и бизнеса на англоязычной экономике. Всем привет, меня зовут Данил, я студент РЭУ имени Плеханова, вот-вот перейду на второй курс по направлению мировая экономика. Я отвечал за раскадровку, за организацию, за поиск людей. Также я монтирую, и вместе с ребятами мы делали, расставляли свет, делали композицию, расставляли актеров и вместе смотрели на то, как будет выглядеть ролик в будущем. Я участвовал в создании ролика как, во-первых, все-таки звукарь, да, а я делал саунд-дизайн, и, во-вторых, я писал сценарий. То есть был как соавтор. Я прежде всего был оператором и колористом. Я отвечал не за постановку, а за изображение. Ставил камеру, настраивал ее, соответственно, смотрел за тем, чтобы в кадре не было пересветов, чтобы изображение смотрелось, как это называется, киношно. Вот. Да, моя любимая сцена — это здесь, в атриуме, где я сейчас нахожусь. Все начиналось с раскадровки. Мы ее много раз переписывали. А что мы делали? Мы брали две машины, много-много света и буквы, которые вы видите здесь. И выглядело так, будто бы у нас есть самое настоящее пламя науки, силы и всего остального в самом нашем РЭУ. Очень долго ждали, пока все соберется, когда совпадет время и по актерам, и по погоде той же, потому что в Москве в то время был дождь. И все сошлось. И мы сняли. Это был интересный опыт, потому что в разных условиях необходимо по-разному ставить свет, соблюдать разные расстояния между людьми, постановка. Иногда, соответственно, кадр достаточно большой, стоят несколько человек. А насчет работы. Это довольно тяжелая работа, наверное, самая тяжелая из нашего портфолио, которую мы почти уже завершили на момент съемок этого интервью. И это было, наверное, самое наше лучшее время, когда мы проводили съемки. Мы попали в ВУЗ в 3 часа утра, чтобы снять просто безумно красивый кадр на закате и рассвете. И у нас было там всего полчаса или час, пока свет красиво падает. Рассвет такой немного розоватый, соответственно, и мы ложились. Потребовалось там множество дублей, но вот как раз-таки эти кадры, они попали все-таки в промо. И я этим доволен. Создание видео — это очень трудоемкий процесс, во время которого ты сталкиваешься с определенными сложностями, трудностями. Но все они того стоят, потому что в результате ты получаешь бомбезный продукт, который увидит огромное количество людей. Никогда до этого мы еще не договаривались о том, чтобы нам выделили время для съемок в таком огромном количестве разных мест внутри университета. Поэтому да, это было интересно. Мы поступили на экономику, мы здесь учимся, но также не забываем о нашем хобби. Хобби — показывать все, что мы сейчас проходим, наш весь жизненный путь другим людям, например, абитуриентам, которые получат полное представление, картину, как выглядит наш ВУЗ на самом деле. Я хочу высказать свою благодарность, во-первых, тем людям, которые пригласили на этот проект, и, во-вторых, тем, кто мне помогал, и, в принципе, всей команде. Ребята, я рекомендую вам не сдаваться. Даже если у вас что-то не получается, пробуйте. Вы — будущее Плехановки.